Да хуй ты не едешь со шалавой. Все, сломался? Точнее, не, наверное, не поезд сломался, а мозг у тебя сломался. А, да, мозг у меня сломался. Ну? Может, ты в задней кабине ничего не передернул, нет? Да хуй знает, что там в задней кабине не передернул. Может, у тебя тут клапан не клапан. У тебя ЭПВ закрыт, дура глупая. Открой, ебать, посмотри. Так сама открой, нахуй мне надо. Твой поезд. Вон справа голубой краник. Берешь, открываешь его. Какой, вот этот? О, ебать, поезд поехал. Сука. Ну. И начальную станцию резервом проследуем. И? И вуаля, учение будет. Вафли, однако. Ну ты держал долго, а Кирилл, ты сказал просто нажать и отпустить. Чего? Чего, Паш? Да? Понял. Ага. Ла-ла-ла, шалава. Не, я не знаю, как тебя с такими объяснениями на ЖД взяли, как ты перед диспетчером объясняешься. Не, Кирилл прирожденный диспетчер, у тебя прям так атмосферно получается все это объявлять, прям как на реальном ЖД. На реальной ЖД. Давай резервом 80 станцию. Слабо? А почему ПББ не было, слышь? А схуяли? А почему? Че не было и почему не было ТДД? Чего ты говоришь, Паш? Мимо хуйнули две остановки? Ну и что? Я говорю, я хочу станцию резервом 80. В смысле? Я ничего тебе не вешал, не надо гнать. В смысле? Не, это не станция, это туннель, дура что ли? Я говорю, вот Паша не посмотрел, и я в итоге пока не знаю, какие именно провода отвечают за показания всех лампочек. Ну и дура глупая. О, улица, давай гони 60, 80, 100, 500, 10. Чего? Что, где? Мы сейчас к этой, к политехнической подъезжаем. Паш, он с нами, если что, едет. Ебало парковал? А то я не понял, как можно ебало парковать, блядь.
ты не доехал, по-моему. Я пойду задрачну. Машинист 61-го маршрута, почему последняя дверь в туннеле, блядь? Ну, в данном случае на улице. Да пошел ты. Да пошел ты нахуй, 61-й, блядь, меня. Да, да, читор ебаный. А нихуя, она за платформой, она, видишь, как она, у тебя это, стена, ворота, дверь, пизда, хуй, морковка. 61-й маршрут. Сковорода, ну хочешь сковорода еще. Хочешь жареные яички на сковороде? С сардельками. Ай, фу, блядь, извращенцы. Чё? Он что, тебя троллит? Не может на это отправиться? Это, я говорю, что надо втроём? Паша. Я думал, ты хотел сказать, надо втроём в пиратов пойти. Ах ты тварь. Кирилл, срывай все, что можно, блядь. Готовы. Ну а хули ты хочешь? Я стоп-кран дернул и трахнулся. Пошли нахуй. Блядь, по-моему, РС не РС. Нет, ты лучше включи, мне всегда в этой записи очень нравилось. Я диспетчер, что-то вас понял, машина исправна, что-то вот такое. Ну, когда он сказал, что он диспетчер, типа. Ребят, конечно, заебись, но не спать. А ты хотел в пиратов играть? С кем ты хотел там, говорю, с друзьями, с какими ты пойдешь? А кто? Я имею в виду Ники, они из метростроя или кто? Да что за хуйня, блядь? Ага. Нет, я знаю, что ты делал, но ты просто игровой процесс снимал, а я имею в виду короткий игровой функционал снять. Ну нет, рассказать то, что есть возможность взаимодействия с инвентарем, где вы можете положить хуй, вытащить хуй там и так далее. Вы, не знаю, вы можете обмениваться инвентарем, вы можете продавать, торговать, я не знаю, что там можно делать в этой игре. И получается потопить точку респа, да? Ай! Ага. Вот ты такой же бомбежный видос сними, ну я имею в виду, когда ты бомбишь, видеообзор сними, бомбящий, бомбический. Либо бомбежный, либо ебанутый. Здравствуйте, дорогие зрители, сегодня мы с вами будем обозревать игру про пиратиков. Типа так, да? Как у кого? У Масяни. Ага. С Вегасе его голос так изменяй. Угу. Чего? Ладно, ребят, если вас... Я понял, короче, Паш, сегодня будешь вечером? Может быть, вы его знаете.
Давай, мы тебя ждем. Ну, не знаю, как он, я точно жду. Чего? Я не хочу троллейбусы, садись за состав или все. Я есть пошел сейчас. Да. Да. Вот приедете сейчас на молодежь, чтобы у тебя есть кабина, и он от вас ебется. А я уже вышел со состава. Я пошел троллейбус смотреть. Ну и говняшка, я тогда удаляю составки в этого Паши. Ты свой удалил состав, Кирилл? Да. Ну и вафли, так. Давай, пока-ка. Хуярк. Я есть хочу. Удались нахуй. Интересно, я могу что-нибудь тут сломать? Хоть это и плохая. Не то что идея, а поступок не очень хороший. Ой. Сорян. Сорян. Я не хотел. Сука. Ой-ой-ой. Ладно, хорош, ломай сервак, а то потом пизды получу. На этом все.